Друзья, всем большой привет. Сегодня будет видос откровенный, честный, без лукавства. Почему маты? Потому что, ну, тут бывает иногда накипит вот очень сильно. Хочется рассказать, поделиться, как говорится, со своими подписчиками, рассказать им вообще, как это все в реальности делается. Некоторые моменты хочется прям раскрыть. Вот. Но пишут комментарии, мне подписчики говорят, типа, да вот там все просто, возьми все слей, все облей, все слепи, там все будет заебись. На самом деле все не так, как вы думаете. Вы думаете, что вот так просто взял макет, вот тут я макет дали, допустим, да, вот он есть шаблон, который мне, в принципе, его выдал мне дизайнер. Претензий к дизайнеру нету, я согласен, что человек занимается по определенному шаблону, поэтому шаблон он мне сделал макет. Плюс первый, скажу, данного шаблона, макета, то, что он все полностью вручную отхреначил, прям вручную отхреначил. Может быть, у него, конечно, был такой макет, но я сравнил с оригиналом, вот, видно, что здесь делалось все полностью вручную. Следующий этап, мне там писали, типа, блядь, вот надо было правильно ставить ТЗ, вообще надо все это обговаривать, ну, давайте перейдем в вид каркас. Вот этот момент весь полностью обговаривался, чтобы не было ни замкнутых, ни пересекающихся, то есть, чтобы были все замкнутые, чтобы не было пересекающихся, вот, чтобы не было задвоенных, то есть, это все обговаривалось. Когда я потом все-таки этот момент намекнул, сказал, типа, ну, тут херня получается, мне дизайнер объяснил, что ты, ну, типа, ты ж хотел, чтобы у тебя была группа объектов, то есть, вот он мне сделал группу объектов. Дальше, все слить в кучу, то есть, ну, группу можно объектов делать немножко по-другому, но неважно. Переходим, вид расширенный, вот все хотите, говорите, слить в кучу, берем вот такую херовину, заливаем, ну, пускай будет зеленым таким, голубым, блядь, цветом. Это, опять же, система ЦМИК. Я ЦМИК не люблю, я люблю использовать систему именно RGB. Давайте сейчас через Shift не хочет на тыльную сторону закидывать. Так вот, смотрите теперь внимательно. Одну важную штуку. У нас, видите, контуровка белая вокруг самого Дональда есть тоже дополнительно. Вот это все сливать, либо не сливать, это все до жопы. А, давайте сейчас я так вот максималку. Так вот, фишка вся в чем вообще, в чем вся затея идет здесь. Давайте сейчас уберу в сторону и покажу еще раз. Еще раз, хуякс, есть, нету. Суть в чем, если мы это все будем сливать в кучу, вот этот черный цвет, он здесь будет гравироваться, а нам его на макете, наоборот, надо ставить, чтобы он не гравировался. Соответственно, не забывайте, что макет гравируется послойно. Послойно, то есть, соответственно, мы должны вещи некоторые отсюда убрать полностью. Допустим, отсюда должны убрать полностью вот эту часть, и без нее должны уже дальше работать. Опять же, видите, какая ситуация? Болты и гайки. Вот, по одному тоже удаляются. Короче говоря, тут есть куча нюансов. Их очень много, они тут есть. Не без них абсолютно, касаемо групп объектов, не групп объектов, да, допустим, та же самая лестница. Лестницу надо, опять же, вычитать из люка, потому что у меня идет последовательность такая, что я сначала гравирую полностью весь макет, потом гравирую, соответственно, макет полностью весь уже без этих вот листов металла. Соответственно, следующий этап я потом убираю люк, остается лестница и сама утка. Потом я убираю лестницу и остается утка. То есть получается объемный рисунок, но он идет, опять же, 2D-шный. Где это все красиво выглядит. Аналогичная ситуация. Давайте скопируем Ctrl-C, Ctrl-V. И то же самое делаем на тыльный слой. Переносим наш шаблон. Аналогичная ситуация здесь получается. То есть то же самое вид, каркас. И вот такая вот шляпа пошла. Теперь нам надо понять четко в этом макете, что мы здесь делаем гравировку. То есть мы оставляем утку на поверхности, но у этой утки есть вот этот вот слой вот этих вот перьев. Соответственно, это будет объемный слой перьев. Посмотрите, пожалуйста, внимательно видосы, где я про это снимаю, показываю. Дальше. Вид, каркас. Смотрим. Вот эти все штрихи, они все полностью пересекающиеся. То есть их надо в любом случае сеть аккуратненько дорабатывать вручную. Вот, ну и давайте такой сделаю вариант, который мне там, блядь, советчики советовали. Ну, допустим, исключаем вот эту рамку, она нам здесь не нужна, давайте ее сюда уберем. Вот. Сделаем вот так вот и сделаем вот так вот. Сейчас просто либо Corel охереет, либо макет взорвется, да. Как говорил один из инженеров, с которым я работал, когда что-то делаешь нахрапом, получается два варианта, либо поезда в дребезги, либо хрен пополам. Вот. Очень сильно напрягся, кстати, компьютер. Сейчас он даже в шоке, он не знает, что сейчас будет происходить. Есть подозрение того, что сейчас просто закроется сам Corel. Corel просто в ауте.
даже не понимает, что происходит. То есть мы ему поставили невыполнимую задачу. В этой невыполнимой задаче сейчас все просто сгорит нахрен. Опять же, здесь сейчас покажу вам ситуацию, связанную с долларом на вершине нашего вот этого вот сейфа огромного. То есть там тоже есть нюанс небольшой с ним, потому что именно с этим вот долларом, он идет черного цвета, по факту доллар должен быть такого же белого цвета, как и сейф, потому что доллар остается вместе с сейфом на лицевом фоне. Потом идет у нас углубление вот этого вот под облачка, и плюс потом еще мы выбираем облачка до черного состояния. Ну то есть видно, у нас есть подзавис в этом плане. Пока оставляем в покое. Хотя нет, у нас, по-моему, Корл умер от таких задач. Кто там говорил, что просто взять и слить его, ну вот, сделали слияние, или как там правильно сказать. То есть загрузился, давайте посмотрим, что там произошло у нас. Вот такая хероза произошла. Заходим в вид, каркас. Видите, что получилось? Половина макета не отработана. Каким, опять же, образом, если мы сделаем слияние, скажем, условно по контурам, объясните, пожалуйста, каким я образом потом смогу утапливать некоторые вещи, делать выборку послойную. То есть вот эти вот советчики, которые там советуют, сделай так, сделай сяк, упрости задачу, это делается за 5 секунд, это не работает. Советчики, пожалуйста, если вы за макеты не беретесь, ни разу не брались, то не советуйте. Я вот не шарю вообще в макетах ни разу, поэтому я не советую, как что лучше сделать. Если в чем-то могу помочь, то помогаю. Дальше смотрим. Текстовый формат. Просто визуально смотрим, что происходит с текстовым форматом. То есть вот у нас текстовый формат. И мне там тоже советуют, да, типа вот слей. Да не работает на самом деле таким образом это все дело. То есть это все надо дорабатывать, допиливать, как-то доводить до ума. Вот он вариант, который мне советовали слить все в кучу. Ну вот я слил все в кучу, да, вид, каркас, смотрим дальше. Теперь мне здесь надо оставить элементы, которые должны, то есть каркасы, корпуса, то есть то, что должно остаться послойно. Видите, лестница слилась уже с клепкой от листа. То есть я не смогу отделить потом лестницу отдельно, чтобы лестница осталась на внешнем фоне, а клепка отдельно отгравировалась. Смотрим, вид расширенный. У нас получается лестница будет гравироваться в черный цвет, она не будет выступающим элементом здесь. Поэтому в этом плане и вот эти части, они тоже не будут выступающими, они будут гравироваться черным цветом. То есть это тот самый шаблон макета, когда надо сделать просто черным цветом на поверхности в один слой. То есть это не про объемную гравировку. Здесь аналогичная ситуация. При таком сливании мы получаем вид, каркас, и все у нас элементы идут в кучу, чтобы какие-то элементы у нас выступали, были глубже, выше, ниже, меньше по размеру, либо была какая-то глубокая выборка по объему. Посмотрите, пожалуйста, предыдущие видеоролики, шоты, я их много наснимал с 1 января, вот, про гравировку по слойности. То есть есть, опять же, количество слоев, количество выборки слоев, чтобы у нас была именно объемная утка. Все это делалось очень долго, настройки, параметры, то есть это не делается так просто, как считают некоторые подписчики. Ребят, без обид, если в чем-то не понимаете, то лучше не советовать, это, ну, самый лучший вариант. Вот, просто посмотрите, какой-то свой вариант можно предложить, но не надо советовать, там, да, там все просто, сделай так, 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 хуяк, типа, все будет готово. Вот, так это не работает. Собственно, про утку. Теперь смотрим, что вообще, как это вообще выглядит в реальности, подготовленном в ЕСКАДе. Вот он идет, ЕСКАД. То есть есть отдельно, опять же, смотрите, вот он идет у нас, утка в черный цвет. Есть отдельно, смотрите, контура, созданные отдельно контура. Этих контуров нету в макете в общем слое. Дальше не забываем, все, что мы высекли, чтобы у нас не было пересекающихся либо задвоенных линий, я сделал, соответственно, с доп. Контурами, то есть с доп. Высечкой, то есть с отступами там, в 0,1 мм, там, в 0,05 мм. Соответственно, отступы есть везде полностью, это тоже надо сделать. И надо это сделать послойность обязательно. Это еще даже не самый лучший вариант или не самый там, простой вариант. Да? Не забываем, такая же ситуация у нас идет с уткой, с отступами, со всеми контурами, с просчетом, опять же, как это должно выглядеть. То есть, собственно, вот макет раз. Макет номер два, который идет у нас, именно утапливает, прорисовывает наши там облачка. И, собственно, макет номер три, где наши облачка полностью топятся вместе со всем остальным. И обратите внимание, что здесь еще один был создан слой вектора, отдельно красный. Но этот слой красного вектора, он идет здесь прорисован полностью, обходит наш доллар, соответственно. То есть сделано все так, чтобы это все работало более или менее корректно. Вот, я это сейчас тему неспроста поднимаю, объясню почему, потому что если мы зайдем в наши основные макеты, рабочие макеты, которые нам предоставлялись для работы, вот, например, зайдем вот в эту часть, чтобы вы видели, где я, допустим, прорисовал отдельный вектор, допустим, отдельный слой вектора, заходим в вид каркас, это вот шаблон изначально, то есть вы видели, что вот здесь идет у нас вектор, переходит вот в эту часть, дальше прорисовывается доп. Контуром,
непосредственно элемент нашего доллара, соответственно, дальше это все движется по направляющим, то есть это отдельно прорисовка отдельного вектора для получения послойной гравировки. Собственно, повторюсь еще раз, ребят, создание послойных макетов, либо подготовка этих послойных макетов с, вот, скажем, с указанием векторов, прорисовка этих векторов, то есть это все не просто так. Там, херак, там нажал кнопочку, смотрим, да, здесь как прорисовано. Вот эта часть создана, опять же, отдельный вектор, проходящий вот здесь контуром. То есть этого вектора нету вот в этом слое, и он отсутствует полностью. Хотя, не, подожди, здесь он есть, но его вот здесь, значит, его не будет, этого вектора. То есть этого вектора здесь его не будет. То есть и таким образом надо сообразить послойную шаблонную гравировку, в данном случае это вот три слоя. Если мы будем рассматривать вариант макета вот в этом формате, опять же, страница номер один, то здесь будет идти у нас четыре слоя. То есть мы гравируем металл и все, что у нас есть вокруг полностью, потом мы гравируем все без металла, без листового металла, это будет второй слой. Потом мы гравируем все полностью без листового металла и без люка, то есть лестница и сама утка выделяется выше слоем. Потом гравируем все полностью, кроме металла, люка и лестницы. Вот. И тем самым получаем объем, то есть получаем тем самым 4 слоя гравировки. То есть, и опять же надо выбрать такую последовательность гравировки, чтобы у нас металл был выбран достаточно, чтобы его было визуально видно. Так, чтобы у нас опять же утка наша была визуально прорисована, не стерлась во время полировки, потому что полировка здесь требуется довольно-таки глубокая. Вот, опять же, лестница, видите, она здесь идет утоплена в черном формате, должна быть, то есть, ну, выступающая должна быть лестница. Опять же, вот эта вот прорисовка лестницы, либо выборка этой лестницы вот среди этого люка, смотрим внимательно, опять же, вид каркас. Здесь надо было учесть все эти нюансы, связанные с данным люком, с данными вот этими тенями, кто из них должен торчать, не торчать, соответственно, я уже это устал делать в самом короле, я это все начал делать, по-моему, так, сейчас скажу, по-моему, где-то сейчас я найду. Так, заливка по слоям, каркас по слоям. Так. Давайте вот здесь вот каркас по слоям. Давайте его глянем и... Да, ну вот здесь я, по-моему, начал допиливать, дорабатывать, исключать эти лестницы, то есть дорабатывать тот момент, где у нас была лестница, в принципе, прорисована полностью, где что оставалось, то есть по степени выборки, вот, ну и, собственно, здесь вот это все видно, как это все выглядит в реальности в процессе гравировки, то есть вот эти все моменты надо было прописать, прорисовать, где-то или что-то отпилить без векторов, поэтому еще раз повторюсь, ребят, это вот все настолько заморочено, это не просто вот купил макет, да, у там дизайнера, допустим, там отдал ему десятку за этот макет. Вот. Помимо всего этого, ты еще его все равно должен допилить именно под станок. Я понимаю, что это просто сейчас лирика, показываю, рассказываю, демонстрирую, но кто планирует заниматься оборудованием, кто планирует заниматься гравировкой, вы можете заниматься простыми макетами, то есть в один слой гравировать, как я это делал там, с банковскими карточками, либо вы можете заморачиваться со сложными макетами, со сложной гравировкой, собственно, вот, и добиваться там премиумных результатов даже без 3D. То есть вот этот макет, он все равно выглядит довольно-таки приятно. То есть тут даже не надо использовать 3D гравировку. То есть даже 2D гравировка, она выглядит более достойно, чем. Вот. Собственно, ребят, рассказал, поэтому комментарий, кто пишет, вы молодцы. Только единственное, пожалуйста, не надо там советовать, как это все проще либо лучше сделать, чтобы там не париться, чтобы не тратить свое время новогоднее там, и, скажем, ускорить этот весь процесс. Все, ребят, всем большое спасибо огромное за все. То, что смотрите, то, что ставите лайки, то, что пишете комментарии. Конечно, есть сейчас специалисты, которые могут рассказать, как это все делать проще, гораздо быстрее, там, в тех же самых Adobe иллюстраторах. Но, ребят, я еще раз повторюсь, я не являюсь дизайнером, собственно. Я самоучка, и вот, скажем так, то, когда ты пытаешься чего-то добиться, либо стараешься, опять же, либо ты стремишься к какому-то результату, ты его всегда добьешься. Главное не сдаваться, главное этим заниматься, главное любить свою работу. Все, ребят, всем хорошего настроения, всем пока-пока.